Итак, всем привет. Сегодня у нас Рони О'Салливан, Крис Вокелин. Чемпионат лиги 2020 года, групповой этап. Первый фрейм состоит из 4 фреймов. Рефери Роб Спенсер. Chris Wakeland, 13. Just put them on the floor, Ronnie. Yeah. I'll just leave you there now if you want. We're not allowed to touch anything, so. Okay. Да, забыл добавить, что счет может быть либо 2-2, либо 3-1, либо 3-0. А сейчас атаку ведет Ронни, забил он с рестом. Нужно делать подбой. Six, 14, 18. Ronnie O'Sullivan, 25. Nine. 17.29. 37. 44 in the first frame. Nine.
стартовый фрейм за Рони. Ошибся Вакелин. Не забил он среднюю лузу и оставил всю позицию Рони. Вот так он и выиграл. Отличный удар во втором фрейме. Крис Уэйклин 6. Chris Wakeling 1. Одну очку набрал только Крис. И еще одно. Хороший дальний удар. Начинается серия. Chris Wakeling. One. Eight. Nine. Forcing. Twenty. Twenty-six. Thirty-four. Forty-two. Не забил Крис. Простой шар. Ну это Рони, конечно, тут простая позиция опять осталась. И с помощью нее он может выиграть и второй фрейм. 56. 64.
72. Seventy-nine. 82. Ryan O'Sullivan, 97 on the frame. Yeah. 1. Five. 30. 21. 29. 37. Мог Ронни забить черный с точки, хоть и с борта был, ну, играл Ронни. Но тем не менее, 97 очков. 2-0, но тут еще и атака. 45. Хороший подбой, и так что, скорее всего, тут победа. 49. 57. 64. 72. 76. 83. 90. Ronnie O'Sullivan, 93, the frame and the match.